Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.bz. Все, есть звук, нет? Ром, звук есть? Все, отлично, звук есть. Все, бросаю сигарету, не курю. Я понял, ты хочешь сказать про сигареты, я больше чем уверен. Внемлю вашим словам. Это из этого, откуда, не помню, где я где-то слышал, внемлю вашим словам. Я не отдыхать, братан, я наоборот работать, я же работаю по выходным, поэтому, в принципе, я отдыхаю в будни, работаю по выходным, то есть у меня не все как у нормальных людей, у меня все через задницу, в принципе. И я очень долго искал себя, очень долго искал, в чем же я буду реально молодец, что я умею делать, как бы и все прочее. Вот. Да, в ночных клубах пою, читаю рэп в ночных клубах. Вот, ну так вот, о чем я начал как бы рассказывать свою, не свою, а вообще, о чем я начал рассказывать историю. Знаете, что очень обидно? Ты смотришь, вот, например, вам нравится же какой-то артист, да? Вам нравится какой-то певец, какой-то исполнитель. Тимати, конечно, я знаком с ним, говорил же. Видел очень много артистов, то есть все такое. И вы смотрите на этих артистов и понимаете, что, блин, он такой классный, он как мой идол, то есть я бы хотел бы его слушать, и мне очень нравится его творчество, то есть мне все нравится. И потом, вы знаете, в один прекрасный момент вы начинаете разочаровываться в этом артисте. Почему? Вы посмотрели какое-то интервью, где он себя ведет очень пафосно. Сначала он такой простой, как бы, знаете, потому что как в целом получается? Артисты сначала, они все простые, они сначала все как бы делают так, чтобы люди их слушали, делают так, чтобы люди к ним прислушивались, чтобы люди как бы их уважали и все прочее, да? И смотрите, они сначала этим просто пользуются, а потом, как только они чувствуют вкус денег, вкус славы, начинают смотреть то, что на них смотрят, как на картинку, то есть вот это вот все. И знаете, и очень обидно то, что люди начинают зазнаваться. Люди начинают реально зазнаваться. Привет, привет. Люди начинают зазнаваться, люди начинают носить корону на голове, как бы у них появляется пафос, у них появляется, знаете, переизбыток общения с людьми. Стас, если тебе что-то не нравится, ты можешь съебать с моей трансляции и не слушать меня. И все. Я как бы не буду, знаете, как неженка что-то говорить аккуратно и красиво. Стас, не нравится? Get the fuck out of here, motherfucker. И все. Вот. Ну так вот, на чем я остановился? Да, я и так блокирую всяких дебилов. Дебилов достаточно много, которые хотят произвести на себя впечатление, как бы, и все прочее. Которые хотят, чтобы на них посмотрели, какой он классный и все прочее, чтобы его заметили. Это просто, знаете, чувство такое, чувство скованности, чувство зажатости, чувство обиженных людей, которые сами на себя обижены, и которые на них просто не обращают никто внимания. Они хотят себе внимания. Да, вот именно, в рот, правильно. Вот, ну так вот, я вам скажу так, то, что очень многие люди зазнаются, как только чувствуют вкус славы, вкус денег, вкус этого всего. Дела отлично. И очень обидно за это, на самом деле. А почему это так получается? Вот мы задаемся вопросами, почему человек начинает себя так вести? В чем же прикол? В чем же прогон? То есть, как бы, лучше, ты что хочешь, я понять не могу. Тебе тоже я могу сказать то же самое. Съеби нахуй с моей трансляции, не смотри это. Да, вот именно. Get the fuck out of here, motherfucker. Вот. Ну так вот. Скажу вам так, то что смотришь реально на людей и, блин, обидно становится. Я смотрел, знаете, да, прикольно было раньше смотреть, например, вот я смотрел концерты этого, как его зовут-то? Раньше я смотрел, знаете, чьи концерты Тайги. Привет, Дарья. Даша, привет. Раньше я смотрел концерты Тайги, да, Тайга, рэпер. Мне очень нравилось, как он себя ведет с публикой. Он говорил постоянно то, что вот, я всего добился сам, я рад, что вы меня поддерживаете, я рад, что вы меня слушаете, я рад, что я могу передать свои мысли вам через музыку и все прочее. Он там был такой прям, он прям был такой, знаете, как бы,
он прям был такой, знаете, любитель публики, то есть публика его любила, публика его обожала, да. И сейчас я смотрел его последнее интервью, мне настолько стало обидно, когда он сказал, типа, моя жизнь, my life, it's my money, типа, моя жизнь, это мои деньги. То есть, понимаете, насколько мировоззрение у человека поменялось спустя некоторое время. Клипы у него крутые, да, клипы у него крутые, не спорю, но, знаете, мне так обидно стало после того, как человек, знаете, сначала он поднялся реально с улиц, ничего просто, просто писал музыку, писал рэп, как бы со всеми улыбался, со всеми общался, а сейчас он просто пафосный чувак, который говорит, моя жизнь это деньги. То есть, понимаете? То есть, а что такое деньги? Человеческие отношения не купишь за деньги, понимаете? За деньги это не купишь. Нормальное отношение не купишь. Возле тебя будут всякие подлизы, жополизы, как бы... Да, ремонт у соседей не достали уже. До 6 вечера имеет право сверлить, больше не имеют. Вот. Поэтому, понимаете, как только ты начинаешь становиться более популярнее, да, очень много людей, которые начинают смеяться над твоими шутками, даже если твои шутки не смешные. Да, скорее всего, ну, кто-то скурвится, а кто-то не скурвится, например. Ну... Не все, я не согласен, то что, честно сказать, если, дай бог, я когда-нибудь стану известным артистом, Politerz, я просто чувак, я просто кудрявый парень с небольшой щетиной на лице, с большим носом и с большими глазами, который сидит и несет всякую ерунду. Вот это я. Вот. Ну, кого ты можешь назвать, если... Кто не стал таким, на самом деле, очень мало, очень... Мало людей, кто не стал такими, знаете. Спасибо, спасибо большое, Рома, спасибо огромное. Знаете, кто не стал таким? Да, не стал таким Мот. Вот я смотрел Мота, да, Мот не изменился, Мот действительно такой простой, как бы, чувак. Я с ним общался, он иногда пафосно себя вел, да. А я спрашивал, Матвей, а почему ты вот реально так себя иногда... Нет, Мот. Ну, слышали Тимати, артист, Мот? Нет, не Тимати, Мот. Вот, Мот, как бы, он не зазнался, он реально, то есть, я спрашивал, да, но он, ну, он еще читает, такой, Мот стелет, чё стелет, новый игрок в теме, на лейбле 2 недели, все запомнил, еле-еле, вот, из этого, из Black Star Band, в общем, так, у меня сотовый звонит, секундочку. Алло? Алло? Народ, я сейчас вернусь, секунду, по телефону поговорю. Я вернулся. Все, я думаю. Соседи уже достали. Какую-то вкусную штучку. На кухне увидел. Вот. Что-то такое. Захомячил, да, по-быстрому. Кто вернулся, прости? Кого банят, кого не банят, что случилось-то? А что лучше? Лучше он... Кто он такой вообще? Я даже не знаю. Что он хочет? Лучше, что ты хочешь? Может, он каналом опять ошибся? Может, он просто ошибся каналом, наверное, всем. Блин, это сверление, оно меня сводит с ума, реально. Я просто с ума схожу, когда это дерьмо услышу. Можно потише, пожалуйста? У меня трансляция идет! Ну, они, по-моему, слышали. Чуваки, сделайте дверь потише! Перескопить неудобно! А там просто кто-то сверлит, а я перескоплю. И поэтому я попросил, чтобы не перескопили. Ой, чтобы не сверлили, как бы. И поэтому я... Во, они вырубили, они поняли, что я перескоплю, наверное. Поняли, Стив. Видите, люди, бывает, понимают вас. Там нормально люди о чем-то просят, они, бывает, понимают. Конечно, это в редкий случай, что они понимают, но иногда понимают. Вот. В теме, да, они в теме, они знают, что такое перископ. Они просто понимают, что такое перископ, реально. Вот.
Ну так вот, грубо говоря, я остановился на... Нет, это спаси, сохрани, просто золотое. Поэтому, люди, что бы ни было, станете вы звездами, станете вы киноактерами. Да, кругозор. Вот, станете вы кем-то, как, кем-то известным из людей, даже известным блогером. Никогда не зазнавайтесь. Да, денег будет много, славы будет много, жополизов будет много. Но вы не зазнавайтесь, ставайте прежде всего людьми. Потому что мы все люди, и мы все одинаковые. Все. Мы все одинаковые. И чтобы к вам хорошо относились, будьте проще, будьте скромнее. Скромность ценится прежде всего. И, наверное, так вот. Да? Что там у меня интересного? О, вау. Короче, да, хоть миллиардерами мы должны быть, но мы должны быть людьми прежде всего. Вот, ну так вот, я закругляю свою трансляцию, мне пора уже выезжать на самом деле. Рад был со всеми пообщаться, буду под утром. Вот, буду под утро, всем рад. Ну, братан, ехать надо, работа не ждет, как бы я работаю всего 2 дня в неделю, поэтому, в принципе, работа не ждет. Но я обязательно появлюсь, спасибо большое, спасибо всем большое, спасибо моим людям, кто меня смотрит. Спасибо даже тем людям, кто меня ненавидит. Не знаю, почему они меня ненавидят, но, наверное, все потому, что я черный. Наверное, дело в этом. Расизм. Вот. Завтра, скорее всего, да, завтра я выйду в трансляцию. Я всех своих людей жду. Добавляйтесь еще раз ко мне ВКонтакте. Всем мир!